КФУ получил первый зарубежный патент в области фармацевтики. Патент на инновационное лекарственное средство, пройдя предварительную международную экспертизу и экспертизу американского патентного ведомства, начал действовать на территории США. Самое эффективное и безопасное на сегодняшний день противовоспалительное средство для лечения артритов и артрозов Передофен создано учеными Казанского федерального университета совместно с АО «Татхимфармпрепараты» в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020». Это очень интересный препарат разработки НОЦ-фармацевтики Казанского федерального университета. Это противовоспалительный препарат. Но если говорить более конкретно, это препарат для лечения тяжелых хронических заболеваний опорно-двигательной системы, для лечения артритов, артрозов, то есть тяжелых заболеваний, которые в настоящее время практически не лечатся. Препарат позволяет практически полностью подавлять даже тяжелые хронические формы воспалений. Изобретение обладает высокой противовоспалительной, обезболивающей и жаропонижающей активностью. Как показали исследования на животных, созданное средство обладает наибольшей эффективностью и безопасностью среди всех нестероидных противовоспалительных препаратов, представленных на мировом фармацевтическом рынке. Надо сказать, что этот проект мы ведем уже более 10 лет. К настоящему времени мы успешно завершили фазу исследовательскую, то есть фаза, на которой было приоритизировано соединение «Лидер», собственно говоря, вот это соединение, которое мы с тех пор вот и исследуем. После этого мы провели примерно 3 года, мы занимались доклиническими официальными исследованиями. В настоящее время мы вплотную подошли уже к клинической фазе исследований. Для этого мы сейчас сделали кампанию специальную проектную в Сколково. Успешно прошли все этапы экспертизы. Проект получил высокую экспертную оценку как российских, так и зарубежных специалистов. Планируется, что инновационный препарат выйдет на российский рынок в 2023 году. Валерия Муратова, Универньюз.